Библейский портал экзегет.ру представляет. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Георгиевич Добыкин, мы с вами на библейском портале экзегет. Мы с вами читаем книгу Тавита, и уже 11 глава осталась совсем немного до конца. Это не очень большая глава, конечно, такая Маленькая, как девятая, но тоже небольшая. В десятой главе Тавид грустит о том, что его сын не возвращается, а мать и жена, мать Тави и жена Тавита, она вообще плачет, она думает, что все, сын погиб. И а Тавия находится под клятвой, то есть с него его тесть взял клятву, что будет свадьба 14 дней. И вот он 14 дней терпит. Но когда только заканчивается, он говорит: все, я собираюсь и ухожу домой. Аргуил пытается там остановить, Аргуил его тесть, пытается остановить, но Тавид говорит: нет, нет, домой, домой, домой. Ну и тогда Рагуил благословляет его, благословляет дочь. Эдна, жена Рагуил, мать Сары благословляет Тавию, благословляет свою дочь, и они отправляются домой, и 10 глава заканчивается, что они приходят к Невии. Ну и 11 глава. «И сказал Рафаэл Тавии, ты знаешь, брат, в каком положении ты оставил отца твоего?» Пойдем вперед прежде жены твоей и приготовим помещение, а ты возьми в, руку и, э, возьми в руку и желчь рыбью. И пошли они, забежала и собака. Ну, идет караван. Понятно, что это не то, что там, э, сос, как, не знаю, там на соседнюю улицу сходить. Это все-таки большое достаточно расстояние, поэтому идет караван, везет имущество, идут рабы, э, не торопясь. Но э, что предлагает сделать э, Рафаил – Пускай они медленно идут, а мы быстрее, быстрее, быстрее пойдем, чтобы, во-первых, приготовить все и, главное, исцелить, исцелить твоего отца. Ну и вот здесь такое замечание. Пошли, за ним побежала собака. Об этой собаке говорится в начале книги, то есть Рафаил, ангел, и Тавея отправляется, и вместе с ними идет и собака. И обратите внимание, и эта же собака возвращается. Ну, можно предположить, что она с ними и путешествовала. Обратите внимание, что с точки зрения священного писания Ветхого Завета, собака является нечистым животным. Ну и многие тоже к нас относятся к собаке как к нечистому животному. Но при этом складывается редкая такая ситуация, что ага, собака это не чистое животное, а вот кошка чистое животное. Нет, с точки зрения Ветхого Завета и собака, и кошка являются животными нечистыми. Но обратите внимание, несмотря на то, что она не животное, ангел них, не убегает от нее. И благодать Божия продолжает действовать в этом путешествии. Поэтому представление о том, что собака изгоняет благодать, ну, как-то вот не подтверждается священным писанием. Между тем Анна сидела, высматривала на дороге сына своего. Ну, а Анна – это мать Тави, жена Тавита, и она выходила и смотрела на ту дорогу, откуда должен прийти ее сын. Ну, такое очень поэтичное описание. И заметьте, что он идет, сказал отцу его, вот идет сын твой и человек, отправляешься с ним. Рафаэл, Рафаэл, сказал, я знаю, Тавия, что отца твоего откроются глаза, ты только помашь желчь глаза его, и он, ощутив едкость, оботрет их, и спадут бельмы, и он увидит тебя. Напоминаю, что Тавия э, несет желчь Скорее всего, она уже, конечно, обработана как-то, но ну, это только предположение несет желчь, которую он вынул из рыбы, которая хотела его утащить под воду. Вот. Анна подбежала, бросилась на шину сыну своему и сказала, «Увидела я тебя, дитя мое, теперь мне хоте хотел умереть». И оба заплакали. «А Тавит подошел к дверям и спотнулся, но сын его поспешил к нему и поддержал отца своего. И приложил желчь к глазам отца своего и сказал, оботрись, отец мой. Глаза его заело и натер их, и снялись с краев глаз его бельма. Увидел сына своего, он пал на шею к нему. И за полка сказал, благословен ты, Божий, и благословено имя твое веки и благословены все святые ангелы твои, потому что ты наказал и помиловал меня. Вот я вижу Тавию, сына мой». Ну, давайте здесь остановимся, немножко прочитаем и разберемся. Значит, в данном случае болезнь Тавита, но ну, она представлена как именно физическая болезнь, то есть какие-то бельма. На его глазах он не видит, он ослеп. Значит, ну и, соответственно, он мажется вот этой мазью и исцеляется. Понятно, что эту болезнь и это исцеление дает Бог, и Тави это видит. Но действует он через физическое, и более того, он действует через лекарства. Вот. Поэтому, ну, иногда я сталкиваюсь с такой ситуацией, что некоторые верующие говорят, вот я заболел, я не буду лечиться. Пускай меня Бог исцелит. Иногда даже неверующие говорят: а почему вы верующие лечитесь? Вот вы вы же думаете, что Болезни от Бога, ну, вот, значит, вот пускай он и исцеляет, и нечего ходить по врачам. Ну и так, а что ответить? Вот, пожалуйста, вот болезнь, болезнь физическая. Здесь небеснование, которое или там нападение демонов, как с истории Сары, здесь физическая болезнь, и эта физическая болезнь лечится физическими средствами, лечится лекарством. В данном случае. Рафаил, который, имя которого Божие исцеление, переводится как Божие исцеление, он выступает как врач. И причем же его же не знают, что он, что он ангел, думают, что это человек, но здесь он выступает как врач. Поэтому, ну вот, пример того, что можно лечиться, лечиться лекарствами, не только молитвой. И Бог исцеляет через лекарства. Хорошо. Благословляет Тавия и Бога, и благословляет ангелов. Тавид, Тавид он не знает, кто такой Рафаил. Он думает, что это человек. Но он знает, что Бог посылает своих ангелов в помощь верующим. Ну и вот он благословляет. Он думает, что вот с этими двумя юношами, с его сыном и... А Азарий, как он думает, что зовут этого юношу, был небесный ангел. На самом деле ангел был, был Ставий. Ты наказал и помиловал меня. И вошел сын с радостью и рассказал отцу своему о чудесных делах, с ним в Мидии. И вышел таит на встречу невестки своей к воротам Невии, радуясь и благословляя Бога. Ну, то есть к этому времени как раз караван подошел к воротам Неви. Видевшие, что он идет, удивлялись, как он прозрел. И Тавид исповедовал пред ними, что Бог помиловал его. И подошел Тавит к сэре невестки своей, благословляя, и сказал, здравствуй, дочь моя. Ну, здесь понятно, почему он ее называют дочерью, потому что она вступила в брак с ее сыном и стала ему дочерью. Благословен Бог, который привел тебя к нам, и благословен отец твой и мать твоя. Тавид и Рагуил являлись не очень близкими, но все-таки родственниками. Обрадовались и братья его в Ниневии. Ну, братья Тавита. Братья имеется в виду духовные братья. И пришел Ахиахар, и нас вас племянник его значит Ахиахар там это был родственник Тавита который помогал Тавиту когда Тавита слеп вот. и весь его праздновали брак Тавии 7 дней то есть здесь в доме Рагуила отпраздновали 7 дней. Да еще и вот 7 э, дней здесь. То есть такая, конечно, больш, большая свадьба. Ну и понятно, э, зачем вот эти вот рассказы о 14 7 днях. Ну, кроме того, что это история, да, была такая история. Здесь подчеркивается, что э, насколько важен брак, что вот э, так много времени... Э, тратится, ну, как, проходит в брачных торжествах. Поэтому брак в этой книге – это что-то очень важное. И вот как раз вот эти брачные торжества об этом свидетельствуют. Хорошо, ну мы с вами прочитали 11 главу. Меня зовут Дмитрий Георгиевич Дабыкин. Мы были с вами на английском портале «Экзегет». Спасибо за внимание. Всего доброго.